How is the situation with sanctions and counter-sanctions between Russia and the West? How are they affecting the development of the Yamal LNG? Вести завод. Я помню очень хорошо, я на Ямале всю жизнь, это мой родной регион. И я помню ту дискуссию, когда проект только лишь обсуждался. Множество очень авторитетных и специалистов говорили, он невозможен. Невозможен из-за климатических сложностей, невозможен из-за технологических сложностей. Но даже имея климатические и технологические сложности, имея санкции, он был введен на год раньше и работает на свою полную мощность. Мне кажется, это лучший ответ, насколько они повлияли на конечный результат. Но факт остается фактом. Чем более дружелюбная и мирная будет Арктика без санкций, тем, конечно, будет лучше во всех смыслах, как в социальных, так и в экономических проектах.